Спасибо, друзья. Рада вас приветствовать. Четверг, 14 марта. Меня зовут Ольга Овчинникова. Я партнер. Я спикер компании «Наюта». В ближайший час мы с вами будем говорить про южнокорейский бизнес. Мы будем рассматривать возможности, которые нам этот бизнес дает. Человек всегда ищет там, где получше. Да, точно так же, как и многие рыбы ищут там, где получше. Поэтому мы с вами будем раскрывать на этой презентации всю глубину нашего бизнеса. Для тех, кто с нами впервые, скажу, что многие вещи, возможно, будут вам непонятны. Я с шестого раза смогла понять, да, бизнес, скажем так, более детально. Поэтому скажу сразу, что у нас вебинары проходят два раза в день, и партнеры делают записи, можно пересмотреть, можно себе конспектировать. Вот. И, конечно же, пересмотреть эти возможности не единожды. Хорошо. Итак, на самом деле два секрета успеха. Это начать и довести до конца. Для того, чтобы начать, нам нужно понимать, да, с каким инструментарием мы будем работать. Тот же салат, если хозяйка начинает резать, она должна понимать, что у нее лежит в холодильнике, да, либо чтобы сварить компот, какие ингредиенты нужны, вода, фрукты, сахар и так далее, и так далее. И нам очень важно в это непростое время 21 века, когда предложения в интернете сыпятся на нас просто, как во время хорошего урожая с яблонь, отобрать ценные, отобрать безопасные, отобрать перспективные предложения. И с тем, чтобы ни наша репутация не пострадала, с тем, чтобы наша финансовая стабильность была не на несколько месяцев, да, а на многие годы. Вот именно в этом нужно научиться разбираться, потому что действительно хайпов, а так называют проекты, которые открывают различные люди, либо организации, которые призваны, в общем-то, к одному, да, собрать как можно большее количество денег и затем уйти не в бытие. Те, кто заходит в них впервые, соответственно, первыми, вернее, у них все хорошо, а вот те, кто заходит уже потом, бывает очень сложно, друзья. Компания «Наюта» существует с 2011 года и развивалась она в двух странах. И в августе 2018 года руководством было принято решение, вернее, уже состоялся пуск компании, да, решение-то раньше принимали. 18 августа 2018 года мы стартанули как сетевая компания. До этого, с 2011 года, компания «Наюта» работала под другим названием и просто была линейным товарным бизнесом с проверенной продукцией, которые уже получили результаты многие партнеры и клиенты. Как не пойму, как у нас солнце двигается. Вот. На сегодняшний день за полгода компания сделала очень огромный результат. И 8 стран, в которые мы пришли, в которых мы развиваемся, уже получают возможности построения бизнеса. То есть люди здесь зарабатывают. И, конечно же, возможности пользоваться, да, продукции, которые мы предлагаем. А в нашем ассортименте более 80 наименований уникальных южнокорейских продуктов. Но есть какие-то, допустим, к которым мы уже привыкли, мы сегодня с вами их рассмотрим, а есть действительно авторские уникальные продукты, которых нет ни в одном прайсе других компаний. Да? Давайте рассмотрим преимущества, которые, вот, ну, на мой взгляд, они очевидны. Потому что, честно вам скажу, вот я уже 4 месяца веду вебинары, и бывает так, что я на вебинаре получаю какой-либо инсайт и срочненько его ручечкой записываю. Да, вот здесь вот у меня есть ручечка и блокнотик. На какие-то моменты приходят, я их записываю, фиксирую, а затем передаю партнерам, потому что, ну, действительно раскрывается каждый раз все больше и больше. Это как вот цветочек пион. Да, вот наш маркетинг, наша компания, она многогранна, скажем так. Итак, те преимущества, которые видны на невооруженным взглядом и которые наши партнеры всегда подчеркивают, друзья. Конечно же, это единоразовый вход. Несмотря на то, что мы сетевая товарная компания, мы не обязываем своих партнеров ежемесячно вкладывать деньги в товарооборот, ну, по сути, на поддержание своей компании, да, как большинство из них делают. Мы можем предложить своим партнерам моментальный заработок, потому что те партнеры, которые заходят в максимальный бизнес-вход, они получают, пусть и небольшой, но это моментальный заработок, да, и у нас доступен мгновенный вывод. Это очень важно. Не раз в неделю,
не раз в месяц, а многие компании, которые только стартуют, бывают ставят такие ограничения, да, для того, чтобы деньги удержать внутри системы. Нет, пожалуйста, пришел здесь и сейчас, заработал, работают реферальные вознаграждения, только пригласил человека и тут же уже заработал. Это очень важно. У нас существуют единые цены на сайте, и это минимизирует возможность демпинга. Это тоже очень важно понимать. Да? Когда мы имеем продукт по одной цене, и очень часто, что делают консультанты компаний, для того, чтобы продать остатки, которые у них есть, которые вот они вот раз в месяц вынуждены, да, покупать у своей компании, для того, чтобы им их реализовать, они вынуждены делать цену ниже, депинговать и таким образом, ну, влияют сильно на рынок, да, и по сути ничего не зарабатывают. У нас есть единые цены, и партнеры не нуждаются в том, чтобы снижать цену, потому что наши клиенты, они напрямую взаимодействуют с сайтом компании, да, с тем электронным магазином, который у нас существует. Мы с нетерпением ждем его обновления. Вот, ну и тот, который у нас есть, работает прекрасно. Поэтому, кто впервые, можете потом по ссылке вашего пригласителя, да, того человека, кто вам дал информацию, посмотреть на наш электронный магазин. Да, хороший ассортимент, уникальный ассортимент, в котором присутствуют авторские продукты. Быстрый старт, который могут делать партнеры, которые приходят работать в бизнес. Есть клиенты, да, которые пришли за товаром, за продуктом, за, скажем так, за путем к здоровью, к своему собственному. А есть люди, которые пришли строить бизнес и серьезно зарабатывать. Ну, опять же, пользуясь нашими продукциями. Да. Быстрый старт благодаря школам, академии BBS Академии, которая вот в полугодовой юбилей компании собирала всех в Алмате. Об этом тоже очень много репортажей на YouTube, в социальных сетях. Наши партнеры вели прямые трансляции. Спасибо большое Свете Пузыриной за то, что она делала такие трансляции. Было очень-очень нужно. Такая информация хорошо заходит, друзья. Далее, конечно же, мы развиваем новый бизнес, потому что компания, как сетевая, только вошла на рынок. У меня сегодня свет отключали дома. Если у меня что-то моргает, вы мне сразу пишите. Но пока вроде бы все нормально. Когда на рынок выходит новая компания, мы понимаем, что ниши на многие заняты. Но дело в том, что наш продукт, наш уникальный авторский продукт не имеет аналогов, и значит у нас совершенно свободная ниша. И те партнеры, особенно кто заходит сейчас, в первые полгода-год в компанию, они имеют огромнейшие преимущества. И для построения своего бизнеса он строится с легкостью. Рынок еще мало знает о нашем предложении, да, и предлагать продукт легко, потому что он уже получил результаты колоссальнейшие. Ну и, конечно, у нас организованы внутрикомандные работы, ну, в основном через скайп-чаты, кто работает на земле, есть чаты на WhatsApp, есть чаты в Telegram и так далее. То есть поддержка ведется, ну, практически круглосуточно, потому что у нас вот в команде, например, есть человек из Англии, сейчас у нас, вот у меня час дня, да, а у нее 8 часов утра, и в то же время у меня есть партнер, который живет в Комсомольске-на-Амуре, у меня час дня, а у него 7 часов вечера. Но в любом случае мы друг дружке помогаем, поддерживаем, и в чатах всегда кто-то есть, поддержит и ответит. Какие наши социальные доказательства, друзья? Конечно же, уже сотни партнеров имеют стабильный ежедневный доход. А вот у нас немного присутствует в комнате, но я попрошу пятерочки поставить тех партнеров, кто уже имеет ежедневный доход. Неважно, какова его сумма, да, самое главное, что мы видим развитие бизнеса, каким темпом идет, и что мы действительно имеем ежедневный доход. Да, кто сейчас меня услышал, пожалуйста, кто в комнате есть, пятерочки. Да, спасибо. Ага, почти каждый день четверочку можно поставить. Отлично, хорошо. Мы практически каждый день в чатах поздравляем людей, которые закрывают все новые и новые квалификации. Это значит, что мы идем по карьере вверх. Да, это значит, что у нас увеличиваются чеки, у нас растут команды, и у нас растет товарооборот. Далее. Конечно же, мы можем позволить работать как в интернете, так и на земле. Да? То есть вы видите, что полные залы, которые собирают компания Nayuta,
они говорят о том, что спрос, интерес, он огромен. И в то же время у нас есть с вами возможность работать дистанционно, ну, из той точки, где нам с вами удобно. Не буду говорить из дома, надоело это слово, да? Там, где нам с вами удобно. Давайте посмотрим среди этих преимуществ, какие 5 видов дохода у нас есть. Конечно же, изначально за подключение к компании абсолютно каждый партнер получает по $1 со всех нижестоящих коллег. При условии, что его ветка строится либо его спонсором, либо его коллегами, да, естественно, когда строится им самим. За лично приглашенных партнеров второй вид дохода. Ну, по сути, это реферальное вознаграждение. Компания благодарит своих партнеров за то, что они приглашают к себе структуру, за то, что открываются новые дистрибьюторы. И здесь уже, когда мы приглашаем лично, друзья, да, нам компания выплачивает от $6, за, если у нас человек зашел на минимальный вход, и от $74, если человек зашел на максимальный пакет. И вы видите, какое у них название. Да? Семя – это то, что мы посеяли сейчас, и то, что должно прорасти и потом сформироваться в плод. Какая разница между ними, мы с вами тоже сейчас посмотрим. А плодом называется пакет, который, собственно, дает вот все, открывает все преимущества бизнеса сразу, без, скажем так, пролонгации. Да? Третий вид дохода – это когда происходит системное создание 13 тысяч наших собственных аватаров. Я поясню, аватары – это наши клоны, у них нет своих личных кабинетов, но мы видим эти аватары внутри структуры, и у них есть две большие функции. Первая функция – это отдать структуру деньги, накормить всю веточку вверх. И вторая функция – собрать со всего, что будет происходить потом, под этим аватаром, со всей структуры, собрать и приносить своему хозяину на верхний кошелек, скажем так, деньги. Да? И самое главное, друзья, что эти аватары создаются не когда кто захотел, а это существует определенная система. Мы сейчас с вами тоже ее разберем. Четвертый и пятый вид дохода, конечно же, поскольку мы говорим, что мы товарная компания, это за покупку товара. Когда человек только подключился к бизнесу, завел себе кабинет, активировал его, и в этом случае он имеет скидку на приобретенный товар 40% в балловом эквиваленте. Мы научимся с вами сегодня это считать. Да? И, конечно же, когда мы идем по карьерной лестнице, нам компания будет платить за созданный нами товарооборот от 5 до 31% также в балловом эквиваленте. Давайте разберем две площадки, на которых работают наши партнеры. С левой стороны вы видите структурный бизнес, я ее иногда называю площадкой саморазвития. Здесь ежедневный доход. А этот доход возрастает, ну, это, скажем так, происходит, естественно, от роста компании, от вашей команды, да, и без ограничений каких-либо. То есть можно за один день заработать $5, можно за один день заработать $50, можно за день заработать $500. Все зависит от тех семян и плодов, которыми вы засеиваете свою бизнес-площадку. Это, по сути, это построение структуры, да, когда мы открываем дистрибьюторов, когда мы продаем человеку бизнес-место в нашей структуре и ведем с ним совместный бизнес. Компания Наюта, друзья, это большая командная игра. В любом сетевом проекте невозможно построить его в одиночку. И всегда они строятся на людях. Да, идет клиентооборот, идет партнерский оборот. И вот в Наюте это как нигде прочувствуется, потому что, ну вот вам простой пример, вчера мой личный партнер пригласил своего личного партнера, и он у меня получился, по-моему, в 8 уровне, да, то есть партнер моего партнера встал в 8 уровень, и происходит цепочка невероятных действий. Новый партнер пришел в структуру, мой личник получает за него реферальное вознаграждение, моего личника закрывается реинвестный кошелек, еще одно место добавляется в структуру, и мне приходит кругленькая сумма в размере $13 за одну минуту. И в структуру пришел не один человек, а целых 5 аккаунтов.
Понимаете, это сложная система, в которой нужно разобраться, но это высокодоходная цепочка взаимосвязанных действий. Понимаете? С правой стороны вы видите площадку электронной коммерции. Здесь все, что связано с покупкой нашего товара. Да? Здесь партнеры получают доход тогда, когда реализовывают товар. Но не в прямом смысле, как мы с вами привыкли это видеть. Да? Купил себе домой товар, а потом ищешь покупателей и думаешь, кому бы его продать. Совершенно все не так. У нас с вами есть реферальные ссылки. И мы, пользуясь, благодаря использованию этих реферальных ссылок, приобретаем себе партнеров. То есть есть люди, которые говорят, о, я знаю, я понимаю, корейский товар, он великолепен, да, это экология, это короткие сроки, это живые ингредиенты, я хочу быть пользователем, но я не хочу идти в этот бизнес, то есть как бы вот регистрация в компании меня не интересует. И в этом случае человек, который дал реферальную ссылку такому покупателю, он будет зарабатывать от реализации продуктов. Но на этом этапе его взаимоотношения с покупателями закончились. Он дал реферальную ссылку, покупатель выбрал товар, положил к себе в корзину, оплатил. Человек, который дал реферальную ссылку, получил кэшбэк на свой счет, получил деньги, а дальше уже вступает во взаимодействие компания. Да, то есть компания уже делает курьерскую доставку, компания отсылает человеку посылку и следит за ее получением. Все. Друзья, вот такая вот короткая, простая цепочка получения вознаграждений за предоставление информации. То есть, по сути, мы с вами являемся в правой части информационными спонсорами, когда даем информацию, правильную информацию о наших уникальных продуктах, скажем так. Да? Конечно же, мы, двигаясь по карьерной лестнице, получаем от товарооборота. Конечно же, мы с вами зарабатываем от личных покупок. Причем должна вам сказать, что компания Nayut очень мудро подошла к вопросу возвратного кэшбэка за свои личные покупки. То есть, когда я что-либо приобретаю, ну, в других компаниях, мне на счет чего делается? Мне начисляются баллы. На эти баллы я могу только купить продукцию снова и снова. Да, меня вынуждают к тому, чтобы снова и снова покупать. Так вот, в компании Nayut, друзья, когда я деньгами заплатила за приобретение товара, мне на кошелек возвращают деньги, а не баллы. Баллы, они уходят в структуру, в мой личный кабинет, да, это мне плюс. Но мне на кошелек ложится именно кэшбэк. Это возвратные деньги от моих денег, скажем так. Да, моя скидка приходит в виде реальных денег на мой кошелек. Это, друзья, огромный плюс. И могу вам сказать, что можно работать как на одной площадке, как и на второй. Но если правильно подходить к бизнесу, то работать на обеих площадках получается выгоднее в 200 раз, друзья. Поэтому есть люди, которые приходят строить структуры, но потом понимают, насколько ценен продукт, и, естественно, они начинают работать и на правой площадке тоже. Да? Есть люди, которые говорят, не-не-не, структуру строить не буду, дайте мне, пожалуйста, ваш продукт, я буду им пользоваться, мне очень нравится, а потом видят, что в кабинет приходят деньги от структуры и тоже начинают работать на этой площадке. Это совершенно несложно. У нас очень умный кабинет с полной аналитикой, который дает такую возможность. Да, мы видим абсолютно всю информацию. Кто же человек, который придумал уникальную систему реинвестных аватаров? Кто же человек, который придумал уникальную систему создания аватаров? Кто автор Nayut'ы, друзья? Это мистер Чен Кьек Сок, человек, который родился и вырос в Корее. И сейчас он практически живет на две страны, в Казахстан и Южной Корее. Человек с отменной репутацией, с замечательным мировоззрением и с большим желанием сделать этот мир добрее, ценнее и сделать так, чтобы люди не теряли свои деньги, а наоборот, могли только зарабатывать. И именно этому человеку компания обязана созданием своего авторского маркетинга, который, кстати, запатентован на 15 лет. Поэтому повторить нас никто не сможет, да, как бы им этого сильно не хотелось. Давайте посмотрим авторские продукты, которые мистер Че отбирал для нашего прайс-листа. В первую очередь, конечно же, это авторский продукт «Соль» Nayut'ы 880. Они петь легенды. Вот, кстати, мой партнер Веста Садыченко, она сегодня в 19 часов будет вести вебинар.
она просто влюблена в этот продукт и рассказывает о нем с упоением, да, поэтому придите, послушайте. Лучше, чем она, никто не рассказывает. Но могу вам сказать, что соль на Юту 880 – это паровозный продукт нашей компании. На заводе делается, изготовляется на заводе, который является национальным достоянием Кореи. Да. Эксперименты, скажем так, с этой солью проходят более 32 лет. И даже за те полгода, которые я пользуюсь этим продуктом, я вижу колоссальнейший результат. Что уже говорить о тех людях, которые пытались долгие годы избавиться с помощью традиционной медицины, да, от каких-то серьезных вещей. И благодаря соли на Юту за несколько недель решают вот эти свои глобальные проблемы. То есть они причины, да, не поверхностные какие-то явления, а именно причины, скажем так. Это соль на Юту 880. Второй авторский продукт в нашем прайсе – это мыло-детокс. Мыло-детокс, который уже борется с внешней стороны. Если соль на Юту нас очищает изнутри, она ощелачивает наш организм, чистит лимфу, межклеточное пространство, кишечник там, и так далее, то мыло-детокс, оно призвано оберегать внешнюю среду нашей кожи, выводить из кожи токсины, да, убирать различные запахи, то есть там вплоть, ну, такие и серьезные вещи в том числе, да, я имею в виду и гнойные заболевания кожи, как он называется там, ребят, вот эта вот болезнь страшная, которая, говорят, что она не лечится, с помощью нашего мыла очень многие люди уже от нее псориаз, вот, да, спасибо, да. Вот, поэтому мыло состоит из более чем 126 ингредиентов, и оно регулярно дорабатывается, в него сейчас уже добавлена и соль на Юту в том числе. Вот, у нас есть турмалиновые продукции, причем необычные, допустим, как вы все привыкли, на коленники, носочки, у нас есть шарфы, у нас есть одеяло, подушки и так далее, да, ну, то есть зайти и посмотреть прайс-лист может абсолютно каждый человек. И, конечно же, еще одно уникальное явление в мире оздоровления, в мире бизнеса, кстати, тоже, это спелеокамеры. Это соляная пещера, которая делается из соляных блоков, да, то есть соль на Юту, и вот эта соль, которая применяется для спелеокамер, они добываются в солончаках, в Южной Корее, и обрабатывается. То есть, если соль на Юту обрабатывается более 300 часов при температуре выше 1000 градусов, то солью для спелеокамер происходят немножко другие метаморфозы. И когда собирается такая соляная пещера, в ней всегда поддерживается температура 42 градуса. Естественно, идут пары, да, натрия, и поступая через слизистую, через кожу, через дыхательные пути, она проявляет невероятные такие штуки с организмом. Вот у нас кто из партнеров ездил в Алма-Ату на празднование полугодового юбилея, да, посещали спелеокамеры. Совершенно потрясающие отзывы можно найти на Ютубе, записанные партнерами, какие результаты они получили. И в то же время, друзья, если вы серьезный бизнесмен, если вы как предприниматель смотрите на нашу компанию, а именно сейчас самое время таким взглядом на нее посмотреть, да, не просто как пользователь, а именно как предприниматель, который может заработать очень большие средства и создать себе хороший задел на ближайшие десятилетия, именно спелеокамера станет для людей с предпринимательской жилкой очень большим плюсом, потому что таких вещей в России еще нет. И они скоро будут сюда поставляться. И кто любит эксклюзив, это та самая тема, при том, что медицинского, скажем так, лицензии не требуется. Да, она входит в оздоровительные процедуры, может устанавливаться, начиная от собственного дома и заканчивая сауны, санатории, места активного отдыха людей, не знаю, там круглогодичные турбазы и так далее, и так далее. Да. Вот это, скажем так, те фишки, которые есть у компании на Юту на сегодняшний день. Конечно же, у нас есть сертификаты, у нас есть лицензии и есть лабораторные проверочные работы, которые проведены в лабораториях Японии и Америки, и, конечно же, Кореи, да, поэтому все абсолютно законно и сертифицировано. Видите, даже есть вот, сейчас я вам скажу, вот штуки, да, на посев, когда берут какой-либо продукт, вот.
Такие штуки у нас тоже. Я не помню, как они называются, честно вам скажу. Но для меня это ну, такая большая галочка плюс, что вот такие исследования были проведены. Помимо мистера Чейексолт, конечно же, есть люди, которые наш бизнес ведут вперед. И это лидер сетевой структуры Гульнара Садового, Роза Жуманкулова, которая проводит колоссальнейшие тренинги, проводит вебинары, которые двигают всю менеджментскую работу компании. Да? Ниже на фотографии вы видите вице-президент Марина Со и наш президент мистер Ченхи Со. То есть это те люди, за которыми идти не страшно. Это те люди, которые ведут по правильному пути, лидеры. Давайте с вами посмотрим, когда я пользователь и когда я хочу зайти в компанию как бизнесмен, сколько это стоит, сколько вообще стоит зайти в международный крупный бизнес для того, чтобы больше никогда не платить за эту возможность, для того, чтобы получать ежедневный доход, для того, чтобы растить свою репутацию, для того, чтобы идти по карьерной лестнице, да, и знать, что ты обеспечиваешь себя, своих детей и внуков на десятилетие, потому что ты попал в очень правильную компанию. Сколько может стоить такой бизнес, друзья? Давайте разберем. Конечно же, есть люди, которые скажут, ой, ты знаешь, я зарегистрирован в таком количестве разных компаний, я вот не хочу, я буду просто приобретать товар, он мне очень нравится, я буду пользователем. В этом случае я даю таким людям свою реферальную ссылку, они заходят на сайт, приобретают продукции, мне приходит в кошелек скидка, да, вернее их, скажем так, их бонусы приходят мне, которые они не взяли. И дальше они взаимодействуют уже с компанией. Как я сказала, компания обеспечивает доставку и сопровождение продукта до клиента. Естественно, я с таким пользователем буду поддерживать отношения, потому что в один прекрасный момент он может передумать и сказать, а чего это я теряю свои деньги? Я тоже хочу зайти в компанию, активироваться и получать свой собственный кэшбэк. Я этому буду только рада, друзья. Следующий момент. Есть люди, которые говорят, ты знаешь, я с продуктом все понятно, классный, да, покупаю, здорово. Я зарегистрируюсь, но пока активироваться не буду, посмотрю, что там у вас и как. Это тоже возможно. Но самое главное, третий и четвертый пункт, друзья, это когда мы принимаем осознанное решение зайти в крупный международный бизнес, который совсем недавно стартовал и уверенными шагами идет не только по странам СНГ, да, мы уже вышли на Европу. Вход в такой международный бизнес есть два варианта. Первый вариант это 31.25p, а 1p у нас равен 1 доллару. И второй вариант это пакет плод за $250. В чем у них разница, мы сейчас с вами посмотрим. Не секрет, что многие лидеры тоже в самом начале заходили на пакет семя. Но это было ну, у всех по разным причинам. Да? Кто-то еще не осознавал, насколько Наюта крута. Кто-то понимал, что за 2-3 дня закроют эту тему и переместится на пакет плод. Вот. А кто-то просто не мог из каких-то финансовых соображений. И опять же, благодаря прозорливости мистеру Че, да, вот мы с вами имеем такую вилку. Но по сути это 2000 рублей, примерно 16 тысяч с половиной. Вот сейчас это будет по курсу доллара уже. Итак, чем отличаются? Вы сами, собственно, все видите. Посмотрите, у пакет плод красненьким отмечено соль 880. Это значит, как только человек приобрел пакет плод, в этот пакет ему входит соль на Юту 880, полноценная баночка, которую он может пользоваться, но там в зависимости от употребления ее хватает на 2-2,5 месяца. Да? И у этого человека сразу же есть активный кошелек. Конечно же, кабинет с полной аналитикой, кэшбэк от собственных покупок, вход в электронный магазин, реферальная ссылка, доступ ко всем инструментам, в том числе вебинары, чаты, да, видеоресурсы и так далее, и так далее. Тот, кто заходит на пакет семя, друзья, пока соль на Юту 880 не сможет получить, потому что он должен вырасти до плода. Как это происходит? Смотрите, когда человек заходит на пакет семя, его кошелек начинает отсчет 0 до $250.
Эти деньги идут от структуры, они зарабатываются от структуры, но в какой-то момент можно добавить, скажем так, из дома, из кошелька, если хочется быстрее пройти апгрейд. Но по сути, друзья, нужно всего лишь 3 партнера на пакет плод, и произойдет апгрейд. Ну, там спонсор немножко еще поможет, там копеечек каких-то будет не хватать. От 0 до 250 долларов должен накопиться кошелек у партнера, который зашел на пакет семя. И в этом случае он уже будет в статусе плода. Произойдет апгрейд, семя вырастет, даст плод. И вот в этот момент нужно не забыть подать свои данные своему спонсору для того, чтобы компания прислала вам соль на Юту 880. Да? А в этот момент откроется кошелек, пока он накопительный, да, ему нужно накопить, вы видите. И все остальные функции, они равны. Есть люди, которые говорят, ой, слушай, на 250 долларов у меня нет, а на 31 заходить нет смысла. И когда я начинаю выяснять, а почему нет смысла заходить, ну потому что люди считают же, работать надо. Да, точно так же, как и на пакете плод. Это сетевой маркетинг, друзья. Конечно же, от приглашений и от качества, скажем так, плодов и семян, которые мы сеем в своей структуре, будет зависеть наш доход. Это очень важно. Итак, 2 варианта входа. 31.25p и 250p. Разница только в 2 вещах. Соль будет немножечко попозже у пакета семя. И кошелек откроется тоже тогда, когда произойдет апгрейд на пакет плод. Давайте с вами рассмотрим доходы от лично приглашенных людей. Вот доходы от структуры у нас могут варьироваться очень сильно, я вам скажу. Действительно, от 1 доллара в день до 100 долларов сейчас, вот, наверное, у многих уже лидеров есть. Да? Доходы со структур. Но ее нужно вырастить. А что мы получаем, когда сами отработали, когда приглашаем лично своего партнера? Вариант первый, когда я сам зашел на пакет плод и пригласил партнера на пакет плод. Здесь я заработаю от 74 долларов, но это более 5000 рублей на сегодняшний день. У меня есть доступный вывод. Если же я плод и приглашаю семя, то я заработаю чуть более 6 долларов. Чуть более 400 рублей, да, от 6 долларов. Почему стоят эти буковки от 74 и от 6 долларов? А потому что если у вас это будет первый плод, то, конечно, вы заработаете именно 74. Но когда вы пригласите в 3-4 плода, то вы, друзья, уже будете зарабатывать и 76, и 80, и 85 долларов, потому что мы помним, что у нас с вами есть системное создание инвестных аватаров, и, конечно же, мы сейчас с вами посмотрим, как образуются аватары от приглашаемых нами людей. Поэтому всегда помните, что эта цифра минимальная, но она не фиксированная, друзья. Если вы зашли на пакет семьи и приглашаете партнера на пакет плод, вы тоже точно так же зарабатываете те самые 74 доллара. Да, вот они. Но только у вас вывода нету. Здесь идет накопление на кошельке. Нам нужно накопить 250 долларов. Мы помним с вами. Что произойдет, если я семя? И если я тоже приглашаю семя? Я заработаю всего 6 долларов. И понимаю, что мне нужно вместе с моим семечком побыстрее развиваться, прорастать и становиться плодом. Потому что, друзья, когда ваше семечко станет плодом, эти 74 доллара к вам на кошелек и поступят. То есть у нас настолько плотное взаимодействие идет со своими партнерами с самой первой минуты и до бесконечности, да, оно просто уникально, друзья. Это тоже, я считаю, огромная философия вот мистера Че, который таким образом переплел людей. Сейчас мы с вами посмотрим это на схеме, как же это работает. Вот посмотрите, значит, красненьким нарисую буковку S. Это мой спонсор. Он пригласил меня. Какое бы место в структуре меня не поставил спонсор, какую бы реферальную ссылку он мне не дал, да, то есть у нас можно в структуре точечно расставлять партнеров, всегда, в любом случае, под меня, если я зашел на пакет плод, смотрите, у моего спонсора придут 2 аватара.
Это закон. Эти аватары невозможно расставить вручную. Вручную мы можем только с вами расставлять своих партнеров, дав им конкретное место, конкретный адрес. Да? Так вот, мой спонсор пригласил меня и получил 3 своих аватара. 2 мы видим на рисунке, и один аватар у него ушел по правилам в другое плечо. Я приглашаю своего партнера. Давайте я возьму синенькую. Синенький фломастер. Смотрите, я приглашаю своего партнера. Вот. И под него тоже встают мои аватары. Первый, второй и третий. Здесь мы его уже видим. Видите, я 1, я 2, я 3. Мой спонсор пригласил меня, а я пригласила моего партнера. Всего приглашено 2 человека. То есть 1 плюс 1. Друзья, сколько бизнес-мест занято в системе? Давайте-ка считать. Смотрите, значит, вот это первое, в кружочек обвожу, да, первое бизнес-место. Я у моего спонсора второе бизнес-место, 2 его аватара подо мной, 3, 4 бизнес-место. Я пригласила плода, 5, 6, и высыпались мои аватары, да, 7 и 8. Друзья, пришло 2 человека, упали 8 аватаров, 8 мест в структуре занято. Где вы такое видели? Я знаю, что вы скажете нигде. Мы такого не видели, мы такое не знаем. Смотрим дальше. Значит, на Юте, по правилам на Юте, 1 плюс 1 равняется 8. Но если еще и закрывается реинвестный аватар, да, тот пример, который я вам приводила, то это будет уже и 9. Это мы потом, да, с вами можем разобрать. Смотрите, какое предназначение вообще аватаров? Вот, допустим, вот давайте возьмем в кружочек введу, да, синеньким, аватар моего спонсора. Какое его предназначение? В первую очередь, этот аватар отдает вверх по всей ветке на всю структуру на 20 уровней по 1 доллару. Кто бы здесь ни стоял, он, его обязательство раздать всем по доллару. Если здесь будут на его пути стоять, например, 4 ваших аватара, значит, вы получите 4 доллара. Если там ваш один стоит аватар, значит, вы 1 доллар получите. Но первое его задание в своей жизни, когда он, аватар, пришел в структуру, это всем раздать по 1 доллару. Вот такая его функция. Вторая его функция. У него есть своя собственная площадка на 20 уровней. И он всегда своему хозяину, да, то есть своему спонсору, со всей этой структуры будет приносить, он уже будет приносить по 1 доллару. То есть все, что под ним будет совершаться, падать другие аватары, становиться партнеры, будут происходить покупки там так далее. Да, за счет того, что происходят покупки, происходит накопление в кошельках, кошельки закрываются на реинвест, происходит цепочная реакция, высыпается новый аватар. И вот это вот постоянное, вот это вот, да, приводит к тому, что вторая задача этого аватара, друзья, собирать с 20 уровней в своей, скажем так, да, жизнедеятельности по 1 доллару и приносить вверх хозяину. Если бы этого аватара здесь не было, в этом случае спонсор бы просто получил, допустим, если бы я зашла как семечко, да, он бы получил только вот за одно бизнес-место. Поэтому, друзья, охота на аватары, в общем-то, объявляется открытым. И чем больше у вас их будет в структуре, тем, соответственно, чаще будет набиваться наш с вами кошелек. Смотрим дальше. Я плод и пригласил семя. В этом случае я заработаю только 6 долларов. И вы видите, что мои аватары под семечко не ушли. Ну, по правилам так нельзя, да? У нас аватары уходят только под плод. Но я же понимаю свою тесную связь как с плодом, да, которого чем чаще закрывается кошелек на реинвест, тем больше я получаю этих самых реферальных вознаграждений, так и с семечком. То есть задача взаимодействовать и помогать друг дружке. И когда это семечко наберет в своей структуре, ну, это могут быть 3 партнера на пакет плод, к примеру, да, либо там может быть много-много семян, я не знаю, как он будет взаимодействовать, конечно же, ему можно помогать, туда можно ставить своих людей, да,
это и является помощью, но только не так, что я тебе вот структуру построил, ты такой молодец, ты сейчас вот плодом стал, ничего не делать, у тебя нет ни одного своего личного партнера. Так тоже не делайте, друзья, это нехорошо. Так вот, когда вы совместно с этим семечком построили структуру, пусть даже из трех человек, из трех плодов, у него происходит апгрейд. Да, у него на кошельке накапливаются те самые $250, а вы получаете пролонгированный доход. То есть вы получили за этого человека $6, и когда у него происходит апгрейд, вы получите с него еще $74. И к нему в структуру упадут ваши аватары. И он за своего спонсора получит, возможно, уже не $2, как это происходит в случае с плодом. Да? Вы помните, что когда я как плод зашла, я получила за спонсора $2. А эта семечка может получить и 4, и 5, и 6, в зависимости от того, если у него в структуре стоят аватары, да, благодаря тому, что он приглашал плодов. Поэтому второй к вам вопрос. Где вы видели такое, чтобы приглашенный человек получал за своего спонсора деньги? И причем регулярно, я вам скажу. Не единожды, когда мы только зашли и получили $2, да, или это будет происходить регулярно, потому что аватары спонсора будут уходить в структуру. Такого тоже еще не было, когда меня пригласили, и я под собой вижу дополнительные аватары своего спонсора, клона своего спонсора. Нонсенс, друзья, Наюта делает революцию в сетевом маркетинге, и мы с вами участвуем в этой революции, это просто потрясающе. Давайте смотреть, что такое бесконечно повторяющийся цикл, о каких реинвестах я постоянно вам говорю. У нас в кабинете есть кошелек, их два. Прошу прощения за криворукость, но так уж вышло. Два кошелька. Левый кошелек наполняется от структуры, и мы можем с вами выводить, дарить, покупать. То есть денежные средства у нас в этом кошельке могут двигаться, но здесь стоит счетчик. И как только этот счетчик $125 отсчитал на этом на левом кошельке, этот кошелек у нас закрывается. И теперь все доходы со структуры будут приходить в правый кошелек. Смотрите, вот сюда. Все доходы от структуры из дома, из кошелька сюда завести деньги никак нельзя, никак не получится, только от работы структуры. Вы ли приглашаете, ваши ли люди работают, кэшбэки ли вам падают. 31.25. И как только система увидит, что на правом кошельке есть нужная сумма, 31.25, в вашу систему уходит ваш собственный аватар. Знаете, такой большой оранжевый кружок нарисую. Вот. Он его сюда бросил, вот эту стрелочку нарисую. Вот. У меня покраснеет, не берется. Давайте вот так, большое красное пятно. Это ваш аватар. И мы с вами помним, что его первое предназначение по всей этой ветке вверх на 20 уровней отдать по $1. Дальше открыть свою площадку на 20 уровней и собирать с нее по $1, да, приносить своему хозяину. И вторая функция, друзья, конечно же, мы не забываем про спонсора, что спонсор получит за это свое реферальное вознаграждение. Минимум $6. Помните, как семечко у нас с вами заходил в структуру, да, 31.25, $6 мы получаем. Так вот, 13 тысяч раз, если мы на $6 умножаем, это получается, друзья, $78 000. А на сегодняшний курс это чуть больше 5 миллионов рублей. И вот опять к тому возвращаемся моменту взаимодействия с партнером. Чем чаще у вашего партнера будет закрываться кошелек на реинвест, то есть чем больше он будет зарабатывать, чем больше будете зарабатывать вы. Чем чаще будет приходить на ваш кошелек этот реинвест. Но я вас уверяю, что там будет не $6. Там приходит и 11, и 13. Все зависит от того, сколько аватаров стоит в структуре вашего личника. Да, то есть, если в структуре вашего личника много ваших аватаров, то вот эта сумма она будет больше. Поэтому наши партнеры, личники, они стоят очень дорого. Минимально от 5 миллионов рублей мы будем получать. Понятно, что это не за полгода.
да, друзья, но на всем протяжении работы из ваших партнеров у шустриков, да, реинвестные кошельки будут закрываться раз в два дня, а может быть раз в день. И вы будете постоянно получать за них реферальное вознаграждение. Вновь и вновь, и вновь и вновь. А у мямликов это будет происходить реже. Может быть, раз в месяц. Да? Но это тоже будет происходить. Поэтому вот такая уникальная структура системного создания аватаров. Это бесконечно повторяющийся цикл, друзья. И нужно понимать, отдавать себе отчет, что аватары, какая у них роль. Да? И, в общем-то, понимать, что мы работаем на площадке, в которой предусмотрено уже, здесь заложено, смотрите, более 2 миллионов мест. 20 уровней – это 2 миллиона 97 бизнес-мест. И понимаете, если даже по одному доллару сюда будет капать, друзья, это вот верхняя строчка, это мой доход от 2 миллионов долларов. А каждый аватар, у него тоже такая же своя собственная площадка на 20 уровней. И он тоже еще 2 миллиона долларов нам принесет. Сколько у вас таких аватаров? 10? 20? Сколько вы хотите? У нас рассчитано 13 тысяч, это минимум. И мы с вами понимаем, что за каждого личника у нас еще 3 аватара отделяются в структуру. То есть 20 личников привели, 60 аккаунтов ваших в структуре. Хоп! И людям помогли, и себе деньги заработали, да, и еще 60 таких площадок по 20 уровней у вас будет. Поэтому Nayoot очень серьезная бизнес-игра, Nayoot очень серьезная бизнес-компания с очень серьезным продуктом и с очень высокодоходным маркетингом. Это нужно просто понять. Кто у нас новички, допустим, да, кто еще не совсем понимает, друзья, нужно прослушать просто несколько раз, и тогда в голове все уляжется. Реферальное вознаграждение, когда мы личников приглашаем, когда мы работаем со своей структурой. Я первые 2 недели постоянно забегала в кошелек, откуда деньги, я смотрела, находила логин в системе, да, мне было интересно, что это за люди, я их не знаю. Ой, господи, кто кого завел, кто это, граждане, отзовитесь. Сейчас я уже к этому отношусь спокойно. То есть пришли, замечательно, слава богу, чья структура сработала, отлично, молодцы, классно. Да, то же самое будет происходить и у вас. Самое главное, понимать, насколько большие деньги здесь заложены, но их нужно отработать. Нам необходимо оповестить мир о том, что есть вот такая автоматизированная система, о том, что есть такие уникальные продукты, которые помогают людям, да, избавляться от инсулиновой зависимости, избавляться от условно-патогенной микрофлоры, да, за счет того, что мы с вами принимаем натрий хлор в чистом виде, в эксклюзивном чистом виде. Давайте теперь про карьерную. Да, приятно очень, зазвучно. Про карьеру давайте с вами поговорим. Все-таки товарная компания, мы сейчас с вами про баллы и проценты. Я взяла один из самых дорогих наших продуктов, друзья, вы не думайте, что у нас все такие продукты, они у нас от 2 долларов стоят на самом деле, все абсолютно доступно. Я взяла как пример наш паровозный продукт «Соль Nayoot 880», и ее цена в прайсе 175 долларов. А 175 пи, да, мы помним, что 1 пи равен 1 доллару, и есть еще балловое наполнение, это PV. Так вот, наша соль Nayoot стоит 87,5 PV. Когда только человек подключается к компании, он имеет статус 1 стар. Вот он с правой стороны на табличке. Семя или плод – это не важно. Главное, что кабинет активен. Можно просто завести кабинет и смотреть на него, а можно его активировать, да, путем, ну, мы с вами уже поняли, у нас два варианта входа в бизнес. Итак, что нам нужно сделать, чтобы рассчитать свою скидку? Нам нужно взять баллы. Наши PV, 85 PV умножить на 40%. 40% это скидка первого уровня, 1 стар, вот она, видите, да? Получится сумма 35. 35 это пи, 35 это 35 долларов. То есть заплатим 175, и через секунду на наш кошелек вернется 35 долларов. То есть, по сути, мы соль купим с вами за 140 долларов. Если мы идем вверх по карьере, то наша скидка будет, естественно, увеличиваться. Что для этого нужно? Вот смотрите, площадка,
наша, да, наша структура, скажем так. И поскольку у нас бинар, но не классический, без всяких спилловеров, да, у нас нет сильного плеча, слабого плеча, но просто он у нас есть. Есть бинар, я и два моих товарища, скажем так. Вот у вас в левом плече система должна увидеть 7 плодов, и в правом плече система должна увидеть 5 плодов. О, 7 плодов. Прошу прощения, почему 5? Не имеет значения, это ваши лично приглашенные плоды или нет. Может быть, из этих 14 человек будет всего двое ваших, да? Не имеет значения, плод пришел сразу на пакет плод или семечко получила апгрейд. В системе тоже все равно. И тогда ваш ранг в кабинете под фотографией изменится. У вас будет статус 2 star. Ваша скидка будет уже 45%. И у вас появится скидка за товарооборот структуры 5%. Видите, да? Ваше личное 45% от баллов и 5% за всю структуру тоже от их баллов. Для того, чтобы стать star 3, мы должны с вами и в левом, и в правом плече вырастить двух звездочников. То есть людей, которые вот двумя звездами являются. Смотрите, то время, пока, допустим, вот вы растите звезду, да, вот вы в статусе двух звезд, а человек у вас уже в статусе двух звезд, и вы растите еще три таких же звезды, на это время роста вы с ветки этого человека, который в статусе две звезды, получать кэшбэк не будете. Ну, именно с этой веточки. Со всех остальных будете, а именно с этого нет. Поэтому ваша задача максимально скоренько вырастить два человека справа, два человека слева в статусе двух звезд и перейти на следующий уровень, на уровень три звезды. Ваша скидка составит 50% уже, и ваша разница со структурой будет в 10%. Ну, разница с теми структурами, которые вот двух звездочников вы вырастили, будет 5, а со всей структурой будет 10 и так далее. Но, друзья, нам очень важно преодолеть планку в 4 звезды. И нужно сделать это максимально в короткие сроки. Ну, скажем так, ставьте себе полгода. Почему 4 звезды важно? Вот мы сейчас с вами рассмотрели вариант, когда вы растите звезд, вы перестаете зарабатывать с структуры, которые вы подрастили уже, скажем так. А та статус 4 звезды, он, друзья, открывает вам возможность зарабатывать лидерский бонус, зарабатывать матчинг бонус. То есть в том случае, когда вы находитесь в статусе 4 звезды, вы будете зарабатывать такой же чек, как выращенный вами лично партнер в статусе 4 звезд. Понятно, да? И самое важное, то, что находясь на вершине своего бизнеса, пока вы находитесь в статусе до 4 звезд, вы будете, ваш верхний аккаунт будет зарабатывать только до 20 уровня. А поверьте, у вас будут выстреливать ветки, которые будут уходить в глубину очень быстро. То есть может быть такое, что, например, на 22 уровень у вас одна из веточек ушла, а какая-то веточка там на 6 уровне еще телепается. Такое тоже бывает. Вот. И вот когда вы будете находиться в статусе 4 звезд, здесь уже ваш центральный верхний аккаунт будет захватывать денежные вознаграждения не только с 20 уровня. Оно пойдет ниже, и там не будет дна, там нету пола. Понимаете, статус 4 звезды дает вам возможность получать доход верхним аккаунтом со всей глубины. Поэтому ставьте себе такую планку, идите к этой планке. Да, с 21 уровня со всех плодов мы будем получать по 1 доллару. Это наша карьера, которую не стоит скидывать со счетов, которые нужно идти. То есть то, что вы расширяете, скажем так, своих партнеров, это хорошо. Но когда мы своих партнеров укрепляем, это еще лучше. Мы поднимаемся по статусам, поднимаемся по карьере. И, конечно же, идем к матчинг-бонусу. Итак, давайте с вами проанализируем, о чем мы сегодня поговорили. У нас есть три мега-возможности.
это стать онлайн-консультантом по заработку с южнокорейской компанией Nayuta с доходом от 30 тысяч рублей в начале лет с 500 долларов. Это абсолютно реально, я вам серьезно говорю. При наличии опыта, либо большого желания стать владельцем представительства, которых сейчас еще крайне мало вообще в странах СНГ, да, в Европе, в России в том числе. Здесь мы уже можем с вами зарабатывать повышенные бонусы, премии и так далее. И, конечно же, стать предпринимателем, консультантом, специалистом по спелеокамеру с большим доходом. Вот здесь вот мы посчитали просто за четырехместную камеру, за единицу, да, при продаже, если ваш оппонент не становится партнером компании, человек зарабатывает, предприниматель зарабатывает от 96 тысяч рублей. Вот вам три мега возможности: южнокорейский бизнес, международная компания, большой статус, большие возможности, большие доходы. Развивайтесь в интернет-магазине, развивайтесь на земле. Завод 9988 является национальным достоянием Республики Кореи, да, работает более 27 лет. Живая косметика, большой ассортимент в магазине, который будет пополняться. Вот, конечно же, уникальный продукт соль, который, повторюсь, все время буду говорить, нет в ассортименте других компаний. Это наше огромнейшее преимущество, друзья. То, что вы сегодня узнали, если вам потребуется закрепить, в 19 часов у нас будет еще один вебинар с другим спикером. Информация заходит хорошо, когда несколько раз от разных людей послушаешь, скажем так. Смотрите в записях, задавайте вопросы тем, кто вас пригласил. Сейчас можете задать вопрос, если что-то вас интересует. Nayuta действительно на сегодняшний день меняет представление о сетевом. И в первую очередь благодаря системному созданию дополнительных аккаунтов в структуре, благодаря взаимодействию наставника и человека, который только пришел в бизнес, благодаря тому, что нет у нас обязательных ежемесячных закупок, которые очень многих предпринимателей, хороших предпринимателей на первых этапах, скажем так, и зарубили в бизнесе. Да? То есть наши партнеры имеют возможность сначала поднять свой финансовый уровень и задумываться об уровне своего здоровья, скажем так. Да, да, Линара, согласна с тобой. Лучшее представлено на сегодняшний день в Nayuta, друзья. И это действительно так. То есть анализируя маркетинги других компаний, разбираясь в прайсах других компаний, я могу с уверенностью сказать, что Nayuta на сегодняшний день огромный флагман в мире MLM, да, с тем руководством, которое у нас сегодня есть, тем инструментарием, который у нас есть. Но мы еще только развиваемся, все у нас будет гораздо лучше, круче. Да, спасибо вам большое всем. Хорошо. Хорошего вам четверга, друзья. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Вперед и только с Nayuta.